Детский оздоровительный лагерь «Салют» находится на территории природно-исторического заповедника Казанского лесопарка. С трех сторон окружен лесом, рядом пахра. В такой умиротворяющей обстановке и решили сотрудники дорожной полиции Ленинского района поговорить с детьми на серьезные темы. Вернее, тема одна – сохранение самого дорогого, что есть у ребят – жизни. У наших пешеходов есть небольшое такое заблуждение, что я пешеход, я всегда прав. А мы говорим о том, что даже если ты пешеход, ты в первую очередь обязан быть внимательным и убедиться в своей безопасности. Потому что транспорт, он железный. Поэтому вот здесь мы ребятам еще раз напоминаем, что пешеход, он обязан переходить по пешеходному переходу, но при этом он обязан думать о своей жизни, о своей безопасности. Этот жизненно важный семинар посетят сегодня не только ребята Ленинского района, но и всей Московской области. Ведь приезжают в оздоровительный лагерь «Салют» из разных районов. Дети самых разнообразных территорий. Это и Жуковский, это из Видного, и близлежащих городов, таких как Домодедово, Малаховка, Сладкарино. И также дети Москвы отдыхают у нас. Подобные мероприятия проводятся сотрудниками ГИБДД на территории лагеря «Салют» не в первый раз и даже не во второй. Эти встречи уже давно традиционны. Игорь отдыхает здесь каждый год. Он заядлый велосипедист. Эти встречи пошли на пользу как ему, так и его хобби. В прошлом году нам провели инструктаж. Сотрудники ГИБДД рассказали, что на одежде, даже во время езды на велосипеде, необходимо иметь светоотражающие элементы. Я этого правила не соблюдал, если честно, каюсь. Но в этом году я исправил свою ошибку, и теперь я езжу на велосипеде, и у меня обязательно на спине и на руках есть светоотражающие элементы. Чтобы правила лучше усваивались с детьми, а информация не была чем-то вроде лекции на тему «Принцип работы синхрофазотрона», инспектор ГИБДД Ирина Чекмарева доносит ее, опираясь на персонажей всем известных мультфильмов. Чебурашка приехал в гости на велосипеде и сказал крокодилу Пене: «Ген, вот у тебя сегодня день рождения, тебе 14 лет исполнилось. Я хочу с тобой покататься на велосипеде». Лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать, поэтому многое на подобных семинарах можно потрогать руками и примерить на себя. В темноте эта сумка, она начинает светиться. То есть вот эта верхняя полосочка в темноте, вот если ее сфотографировать сейчас на фотоаппарат, будет видно. Или на ваш мобильный телефон, как вот эта вот полосочка засветится. Технический прогресс не стоит на месте. Теперь одним велосипедом ассортимент инвентаря современного ребенка не ограничивается. Появились скейтборды, сигвеи, гироскутеры и прочие новинки. О каждом из них шла речь отдельно. Однако классика на то и классика, что актуально во все времена. В современных правилах дорожного движения нюансов много. Но главное, как мантру, запомнить одно правило. Ребята, на какой сигнал светофора мы переходим улицу? А если горит красный? В конце занятия инспекторы подарили ребятам памятные подарки. Это уже тоже стало традицией на подобных встречах. А для сотрудников полиции лучшим подарком от ребят станет их дисциплинированность на дороге. Спасибо вам большое за теплое гостеприимство. Спасибо! Илья Кремнев, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.